Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас просто гора посылочек с Яндекс.Маркета, очень бюджетные, классные находки, итак, поехали. Здесь все покупочки где-то до 300-400 рублей. А некоторые даже за 1 рубль. А все почему? Потому что у нас подключен Яндекс Плюс. У нас на кухне телевизор на базе Яндекса с Алисой. И чтобы пользоваться всеми функциями, которые нам нужны, смотреть то, что мы хотим, и когда мы хотим, мы подключили себе Яндекс Плюс. Как только его купили, прям сразу. И поэтому копятся баллы Яндекс Плюс. 1 балл – это 1 рубль. И потом их можно списать за покупку, копятся их прилично, кэшбэк хороший, тем более можно выбрать любимые категории, у меня сейчас косметика, детство и еще какая-то там 8, 9 и 10% вот у меня что-то. То есть балл возвращается прилично, и что-то получается я всегда беру за 1 рубль, даже несколько позиций бывает, потому что... Ну, хорошо так скапливается. И карта у меня Яндекс тоже оформлена, этим летом я ее оформила. Потому что по карте тоже выходит дешевле скидка по карте, нежели вы будете оплачивать другими своими банковскими картами. Я по СБП перекидываю денежки на Яндекс.Карту и оплачиваю покупки. Выходит тоже гораздо дешевле. Ну и поехали. Первое, что покажу, уже открыла, это вот такой вот портативный увлажнитель воздуха. Маленький, я его хочу поставить нам с Крис в спальню. У нас есть большой, он стоит в зале, но вот именно в спальне иногда влажности не хватает. Сейчас еще начнутся морозы, отопление еще будет сильнее, будет совсем сухо. Очень бюджетный, в разных цветах он был. У меня такой вот розовенький. Ой, тут прям много интересного в комплекте. О, какой! Смотрите, работает от USB, получается, не Type-C, а именно USB. Вот так он называется, H2O, розовенький такой. Он чуть-чуть поярче, нежели вам делает его камера. Вот как все это дело выглядит, без каких-либо прибамбасов. Все, емкость. Почему же ты так скрипишь-то? А что здесь в комплекте? Я так поняла, это сменный фильтр, который вставляется вот в эту трубочку. И... USB-порт. То есть можно к пауэрбэнку подключить, можно к розетке. Самого штекера здесь нет. Инструкция внутри еще. Вот они в трех цветах представлены. Беленький, розовенький, сиреневенький. Вот у нас сиреневый. В общем, включу, налью водички и покажу. Налила водички в увлажнитель. Буду капать туда эфирные масла. У меня их много. Закрываем. Взяла пауэрбэнк, уже подсоединила провод. О, с водой не скрипит. И сейчас... Ключ. Так, ну что, смотрим. Нажимаю на кнопочку. Ой, как красиво! Девочки, он переливается. Вам камера не передает. Вот так вот радугой. Так, ну, а где водичка? Это мы только ночник, что ли, включили? Второй раз нажала, ничего не произошло. Выключился. Так, где испарение? Ты будешь просто переливаться и все? Пар где? Может, надо ему время дать? Сейчас посмотрим. Раз нажала на кнопку удерживая, свет стал белым. А, о, и теперь меняется плавно. То радугой переливался, а то теперь просто разными цветами плавно меняется. С освещением-то я разобралась. Где пар? Так, вот что я нажала? Чтобы он всегда был голубым, видимо. Удержала кнопочку, он теперь всегда голубой. Так, еще раз. Выключила. Включила радуга. Длительное нажатие. Сейчас будут меняться цвета плавненько. Угу, меняется уже зелененький. Пошел. Ну, пар-то где? Ура, разобралась! Короткое нажатие кнопочки. Там в карточке товара, потому что здесь все не по-русски. В карточке товара на Яндексе все написано. Пар выключила я. Совсем выключила. О. Вообще это красиво. Жаль, что камера не передает. И он вообще бесшумный, что мне тоже нравится. Объем 300 мл. Нормальный объем. То есть на ночь хватит 100%. Он распыляет потихонечку. Никак не регулируется, интересно. Сейчас наиграюсь. Так, идет дым, нет? Выключила дым. Включила. Сейчас разойдется.
Но прикольно, слушайте, мне нравится. Даже как ночник без функции. Я причем воды отлила, сейчас я воды побольше налью, может быть, будет посильнее дымить. Да, водички подлила, пыхтит. Пыхтит хорошо, все замечательно, девчонки, могу смело рекомендовать. О, я просто до этого думаю, что ж он не включается-то, пара, я воды прям совсем чуть-чуть налила. А сейчас налила полный, смотрите, о, пошел, хорошо пыхтит. Вообще отлично, вот сменный фильтр. На него, кстати, наверное, можно капать ароматизатор, можно прям водичку. Великолепно. Много дыма, хорошо, мне очень нравится. Прям красота. Следующая покупка — это целая коробка влажных салфеток. 6 упаковок по 120 штук. Очень бюджетно вышло. Надо мониторить, девчонки. Цены меняются тоже, как и везде практически. Каждый час могут меняться. То есть на момент моих покупок эти товары были самые дешевые среди всех маркетплейсов. И вообще магазинов, как бы, да, они были дешевле всего, то есть дешевле не было нигде, просто были в комментариях такие высказывания девочек, что, ой, а вот там-то есть дешевле, но сегодня там дешевле, через час обратно на Яндекс.Маркете дешевле. На момент покупки я сравниваю цены везде и смотрю, где дешевле, там и беру, соответственно. Здесь вот так вот 6 пачек, я забыла, они, а, да, с клапаном, очень удобно. Это детские вот такие вот салфеточки, 0+, все позаканчивались, они всегда нужны. Летом особенно они быстро улетают, сейчас медленнее, поэтому я думаю, мне этой коробки хватит прям на год. Дальше, девчонки, вот такая вот покупочка. Я повторила тени Люкс Визаж в очень красивом 107 оттенке. Это жидкие матовые тени белорусские. И вот этот оттенок я прям обожаю. Я вам открою небольшой секрет. Я использую эти тени и как помаду. Шикарная, стойкая помада на весь день, выдерживает любой перекус, выдерживает даже полноценные приемы пищи. Ну, в общем, огонь. Я вам покажу тогда свойчик при естественном освещении. Это очень красивый цвет. Вам камера его сейчас почему-то делает серым. Нет, он не серый, он слегка с персиковым потоном. Сейчас мы попробуем на губы нанести, и вы поймете. Это очень красивый нюд. И держится просто вот как влетая весь день. Смотрите, какой красивый нюд. Вот на губах сейчас видно, что персиковый потон. Свотч почему-то неправильно передает. Я покажу потом при естественном освещении. Вот такой вот красивый нюд. Вот просто обалденный. Обожаю этот оттенок. У меня закончился уже один такой флакончик. И вот решила повторить. Ну, прям изумительно. И на веках тоже смотрится потрясающе. Освежающе. Не делает века грязным. Наоборот, освежает. Все супер. Все отлично. Так, смотрим дальше. Здесь у меня штука, которую у меня просила Ксюшка очень давно. Я на пункте выдачи проверяла все, поэтому у меня все пакеты надорваны. Много что было в коробках. И, кстати, хотела вам рассказать еще раз про доставку. В Яндексе есть очень удобная функция — доставка по клику. То есть вы выбираете курьерскую доставку. А товары, которые вы заказали, поступают на склад. Вам приходит оповещение в течение 3 дней. Вы можете в любое время абсолютно, в любой день из этих 3 дней выбрать, когда вам их привезти домой. Можно дозаказать продукты из маркета 15, вам все это привезут домой, занесут в квартиру, и красота. Если вопросы будут по доставке по клику, пишите, расскажу подробнее. Так, достаем. Это вот такая вот классная, девчонки, вещь, и мега бюджетная. Она тоже в разных расцветках продается. Сейчас покажу. Это мочалка. У меня Ксюша давно просит. Она хочет прилепить ее. Она на присосках, на стену, на плитку в ванной, и вот так вот мочалить спину. Ее можно использовать для ног. Это силикон. То есть подстилаем и ножки вот так в душе массажируем. Можно и не в душе вообще, как угодно. Массажируем. И также можно прилеплять ее на кафель сзади и вот так вот спинку массажировать. Вещь вообще прикольная, классная, отзывы обалденные. Обычные здесь присоски, вот такая вот форма. То есть на спинку хватает. Пройтись как следует, почесать. Мне задумка понравилась. Цена вопроса очень бюджетная, поэтому запрос ребенка удовлетворила. Так, дальше. Веселые липучки, Крис. Вот такая вот игрушечка. Первый раз такое беру, даже не знаю, что из себя представляет. 3+, 8 липучек, 8 полей. Детеныши и мамы. Давайте откроем, посмотрим. Мне кажется, ну здесь что-то типа фетра должно быть. И липучки. И липучки. Ага, здесь липучки. Вот такие вот картиночки. Они из пластика. Из пластика. Сейчас покажу. Их много на самом деле. То есть мы ищем мамочку.
И ищем детеныша. В данном случае у нас попалась собака. А так там зайчик тоже есть. Вот здесь кругляшок, липучка. Вот здесь на обратной стороне тоже липучка. Детеныша к мамочке прилепили. Зачем тут дырочки, интересно? Не пойму. Что тут еще внутри лежит? Ага. Тут внутри еще вот такое колечко лежит. А, чтобы не потерять. Слушайте, вообще класс. Чтобы не потерять. Как его еще открыть-то? Но ребенок точно не откроет. Какой-то гвоздик. Ладно, потом разберусь. И все их... А, нет, оно вот так с другой стороны открывается. Смотрите, вот оно разгинается. Всех детенышей с мамочками. Сейчас найду пару. Мы собираем, вешаем. Вот так хранить очень удобно. Потому что есть, конечно, маленькие детальки. И они растеряются. А не хочется. Это пластик. Это такой пластик. Достаточно прочный. Эту дырочку да не прокололи. Вот лошадка, мама и малыша присоединяем. Мне кажется, Крису очень понравится. Она прям будет с удовольствием искать деток и мамочек. А, вот она как разгинается. Все, отлично, я подружилась. И вот сюда нанизываем и вот так храним. Класс. Слушайте, мне нравится. Я думаю, Крис понравится тоже. Так, едем дальше. Бомбочки для ванны. Вот такой вот набор. Тоже был очень бюджетный. Что-то около 200 рублей. Запакованный. Я с собой брала оружие холодное, чтобы все распаковывать. Ксюшке. Она как-то в ванне перестала сидеть. Но сейчас холодное время года, когда ей хочется. А она прям без бомбочек не может. Ей нужны обязательно бомбочки. Вот такие. 6 штучек. Пахнет божественно. У всех разный аромат. И очень вкусненько, как-то свеженько. Презентабельно. Красивая коробочка. Мне нравится. Прям глаз радуется. Супер. 6 бомбочек на 2 месяца. Вполне себе. Так, дальше поехали. Что это у меня тут? Что это у меня здесь? В маленьком пакетике. Даже не вскрытое. А, это скраб, девчонки. Нет. Скраб, да, скраб. Это корейский скраб. 3 штучки я взяла, потому что мне одной упаковки хватает на 2 раза. Я вам уже показывала в покупках рандеву его. Это корейский скраб с кислотами и содой. Его можно купить по 3 штуки, по 5, там, по сколько угодно. Но чем больше, соответственно, тем цена дешевле. Вот так он выглядит. Вот такие вот сашеточки треугольненькие. Треугольненькие. Один какой-то обрезанный. Называется он Baking Power Attitude. Вот такие. Я уже его пробовала, он мне нравится. Вот прям тотальное очищение кожи до скрипа. Поэтому взяла себе еще. Каждый день, конечно, такие процедуры не делаю, но раз-два в неделю вообще обалденно. Тем более там еще в составе кислоты. Есть смысл даже на какое-то время на лице оставить. Так, дальше еще одна детская покупка. Это вот такие вот макси-пазлы еще. Сейчас много времени проводим дома. И вообще Крис пошла в садик, и я ее как-то поощряю подарочками. Когда она приходит, говорю, вот ты умничка, отработала. Смотри, какой тебе подарочек. Так, в железной коробке, что мне понравилось, 15 пазлов, любимые герои сказок. 30 деталей. Вот как это все дело выглядит. Пазлы очень толстенькие, плотные, но как это все дело будет складываться... А, нет, есть разъемчики. Будет складываться. Вот сюда головка у нас прицепляется, то есть дедушку собрали. Вот так. Вот. Прикольно, мне кажется, ей понравится. Вообще сейчас у нее пазлы прям тема. Вот она может долго-долго собирать. Ей нравится, у нее получается прям восторг. Много и интересно. И хорошо, что вот эта вот коробочка, конечно, есть. Вообще изумительно, в которой можно хранить. Что-то у меня не закрывается теперь, кошка мешается. Компактненько, замечательно. Ну и вот сводчик при естественном освещении. Более-менее верно камера передает, но все равно он как-то вот поярче, по персиковее, что ли. Все равно вот что-то не то. Вот на губах прям верно. Вот на губах прям верно оттенок передан. Едем дальше. Очень классная покупочка. Давно хотела, девчонки, заменить свою терку. Она мне служит верой и правдой уже лет 10. Захотелось что-то удобное, но вот все, что смотрела с контейнерами, мне не нравилось. Это неудобно, это громоздко. Вот здесь вроде компактный вариант обычной терки, но в то же время есть контейнер. Около 200 с чем-то рублей, 300 где-то она вот так стоила. Вообще красота. Так, беленькая. Беленькая. Красивенькая. Здесь у нас мелкая и крупная терка.
И что? И все. Вот тут вот силикон. А, это чтобы на столе она лежала. Когда лежит, две полоски силикона. И здесь две полоски силикона. Я всегда пользуюсь только крупной или мелкой. Мне лишние не нужны. У меня есть терка с насадками. Если что-то там мне каким-то другим способом надо нашинковать. У меня есть огромное количество насадок в мясорубке, которая тоже шинкует. Просто изумительно. Поэтому вот терка мне нужна без всяких прибамбасов лишних. Вот. Контейнер большой. То есть, если нам нужно на крупной терке, мы вставили вот так. Все, контейнер плотненько зашел. Он прилегает прям, прилегает хорошо к терке. То есть, мимо ничего у нас не полетит. И трем. Контейнер вытащили. Здесь есть ручка. Удобно. То есть, вот видите, ручка. Контейнер вытащили. Все натерто великолепно. Нужно мелкое, перевернули. Слушайте, ну нормальненько. Отлично вообще, мне нравится. Очень удобная, классная вещь. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Вся полезная информация в инфобоксе, все ссылочки, промокод на первый заказ, ссылка для скачивания приложения, если вы еще ни разу не пользовались, чтобы получить бонус в виде 10%. Всех люблю, целую, всем пока-пока.